You know I love you. I love you. А ну, вали от бортика. Отчаливай, парень. Ну, давай. Давай. Мы поговорим с тобой как-нибудь в другом месте. Понял? Когда ты выйдешь отсюда, у тебя и стоять не будет. 68 дней, старина. Не пари чушь, какие 68 дней? Ты до сих пор не понял, где ты? А где я, Вашингтон? Ты у нас, детка, у нас. И будешь у нас, пока мы тебя не отпустим. Вы хотите что-нибудь сказать группе, мистер МакМерфи? Я хотел бы знать, почему никто из ребят ни разу не сказал мне, что вы, мисс Рэтчет, и доктора можете держать меня здесь, пока вам не надоест. Кто хочет ответить, мистер МакМерфи? Ответить что? Ты слышал меня, Хардинг. Вы позволяли мне дразнить сестру Рэтч, хотя прекрасно знали, чем я рискую, и никто не сказал мне ни слова. Мак, я же ничего не знал, а как долго... Черт! Ну подожди минуту, послушай. Видишь ли, я добровольно здесь, не принудительно. Я могу уехать домой, как только захочу. Он врет мне, да? Нет, Рэндалл, он говорит правду. В сущности, лишь очень немногие лечатся здесь принудительно. Это мистер Брондон, мистер Тейдер, несколько хроников и вы. Чесвик. И ты доброволец. А ты с Гэнлом? Билли, ради Христа, ты-то на принудительном, да? Нет. О, черт. Ну ты молодой парень, что ты здесь делаешь? Тебе бы в открытой машине разъезжать и девок обхаживать, по барам шляться. Что ты здесь делаешь, боже мой? Что здесь смешного? Боже, вы, ребята, только и делаете, что скулите, как вам здесь тяжко, и ни черта не делаете, чтобы просто уйти. Кто же вы, по-вашему, боже мой, психи или кто? Так нет. Нет, вы не дурнее любой задницы, шляющейся по улицам. Вот и все. Боже ты мой, я не могу в это поверить. Вы сделали весьма вызывающее заявление, Рэндалл. Думаю, оно требует комментария. Мистер Сканлон. Я хочу спросить, почему спальня закрыта днем и по выходным? Могу я получить свои сигареты, мисс Рэтчет? Сядьте, мистер Чесвик, придет и ваша очередь. Да, но я хочу знать... Мистер Чесвик, пожалуйста, садитесь! Я хочу